Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как я всегда повторяю, не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Сегодня в гостях у меня ученый муж, доктор наук, профессор, лингвист Максим Крангаус. Максим Анисович, здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень здравствуйте. Рады вас видеть. Максим Крангаус – блестящий лингвист. Звезда в этой области, которая, в общем, не подразумевает звездность как профессиональную характеристику. Но никуда не уйдешь от того, что книги Крангауза «Русский язык на грани нервного срыва» и «Самоучитель Олбанского» стали бестселлерами и читают их далеко не только лингвисты, но и самая широкая публика, которой интересно, что происходит с современным русским языком, пережившим, как, впрочем, и вся наша жизнь за последнюю четверть века, грандиозные перемены. Собственно, в этом и заключается секрет успеха книг Крангауза. Он одним из первых, если не первым, стал исследовать происходящие с языком изменения в контексте социальной жизни России конца прошлого, начала нынешнего века. Массированное вторжение в язык сленга, иностранных заимствований, словечек и оборотов из криминальной речи, легализация нецензурных прежде слов – все это Максим Крангаус анализирует, что называется, без гнева и пристрастия, остроумно и глубоко. Новый язык, язык интернета – что он принес в нашу жизнь и какие, в свою очередь, выразил происшедшие в ней перемены. И в исследовании этой темы Крангаус оказался первопроходцем. Знаменитый испанский философ Ортега и Гассет говорил, что язык – это кровь социального организма. Именно с этой позиции Крангаус и рассматривает процессы обновления русского языка, понимая их неизбежность и отрицая их гибельность. На грани нервного срыва, но не переходя эту грань. Знаете, вот лингвистов ведь все-таки гораздо меньше, чем политиков и артистов. И профессия не такая, как бы так сказать, значит, публичная и внешнезвездная. Тем не менее, вот я даже не посчитал, считать не пришлось, это все как-то в голове держится еще. Но вы у меня третий, что называется. Третий. У меня был Вячеслав Селович Иванов, у меня был господин Жалковский, и вот теперь все, как говорится, как на подбор. На подбор один гость лучше другого. Вот вместе с тем это, наверное, свидетельствует, помимо ваших собственных и ваших коллег достоинств, это свидетельствует о какой-то такой востребованности, что ли, профессии, ее выдвинутости на первый план сегодня? Есть такой наверное, момент? Наверное, хотя профессия меняется на наших глазах и, я бы сказал, движется в такую сторону инженерную. В этом смысле много чего нас ждет, но, опять же, лингвисты, которые занимаются этими областями, они скорее не рассуждают, а воплощают. И вот в этом смысле заметность, выдвинутость лингвиста на первый план, она уходит, на мой взгляд. То есть мы скорее имеем дело с хорошими инженерами, лингвистическими инженерами, чем с философами. Да, вот эта философия методологии, она как-то уже совсем не нужна. То есть, в общем, такая уходящую натуру я застал, что называется. Нет, лингвисты остаются, но вот лингвист, который умами владеет, он исчезает. Ну, а теперь давайте все-таки в вашу биографию немного углубимся, потому что здесь есть такие очень интересные для меня темы. Прежде всего, вопрос банальный, но вот в данном случае он будет, как мне кажется, очень, очень адресный. Влияние семьи на вот выбор вашего жизненного пути, потому что, ну, поясним нашим зрителям, если кто-то из них не знает, ваш отец был и известным, и очень хорошим поэтом. Читал его стихи и до нашей встречи, и готовясь к ней, он ведь тоже, он любил именно как-то слово, так сказать, пощупать с ним поиграть, покрутить. Он такого был ну, вообще, склада поэта. Для меня было чрезвычайно важно, что мы разговаривали. Я помню, что когда я был совсем маленький, мы просто ходили гулять. И гуляли часами, мне было, не знаю, 7 лет, 8, вот что-то такое. И мы ходили, гуляли
по Ленинградскому проспекту, там была такая аллейка, сейчас это все исчезло. Да, и мы ходили вот долго-долго по этой аллейке, заходили там на стадионы какие-то, там ЦСКА, Динамо. Вдыхали запах шоколада. Да. Ну, как-то вот это было, это было такое гуляние, разглядывание мира и разговоры. И я думаю, что я не могу вспомнить о чем. Совершенно это как-то все ушло. Но я думаю, что это и было главным. А дальше, конечно, у меня мозг такой более математический, более структурный, поэтому я думаю, что как-то... Стихи раз... не писали? Нет, писал, да, в детстве писал, ну, в юности, да. Но понимал, что это, скорее, все-таки не мой путь. А вот это вот такая замечательная аллитерация имени и отчества, это как-то... Отцом вашим история... продумывалось или так сложилось? Нет, эта история почти комическая. Что вы говорите? Потому что здесь оба имени как бы несуществующие. Почему? Сейчас объясню. Угу. Значит, мой дед бунтовал против своей семьи, избежал в детстве из семьи вместе с другом, который, значит, бежал из своей семьи. И вот этот бунт они решили... лингвистически обозначить, поменяв имена. И, недолго думая, они взяли имена двух литературных персонажей, таких сорванцов, Макса и Морица. Макс и Морица. Да, Макс и Морица. К счастью, моему деду досталось имя Макс, иначе бы я не знаю, как меня назвали. И он был Максом, Макс Филиппович. Значит, отчество тоже было сконструировано. Потому что кто-то из его братьев и сестер младших имел, значит, другое отчество. Вот. Дальше у отца изначально было тоже другое имя. И его тоже поменяли. Значит, имя Нисон, которое заменили на созвучное имя Анисим. Вот возникло, значит, имя Анисим Максович, хотя звали его всегда Максимович. Ну и как-то меня уже назвали Максим, все-таки, а не Макс. Замечательно. Ну, я даже здесь Тишков что-то вспоминаю, а Макс и Морец видят то, на крышу лезу, сняв пальто. Да-да-да, два замечательных персонажа, они в какой-то момент возникли, значит, в другом переводе, как Плих и Плюх. Но Макс и Морец, тогда это переводы, конец 19 века, начало 20-го, было очень модно. Вот так мне повезло. Но такая традиция, появившаяся получилось в красиво. Поколении, да. Иногда немного трудно произносимо, потому что какие-то слога, съедаются, но получилось очень эффектно. Да, но всегда меня спрашивают, как звали отца, всегда путают первую букву, потому что есть вариант Онисим, соответственно, Анисим. Ну, а теперь уже о вашей профессиональной такой взрослой жизни. Скажите мне, как вы нашли вот такое свое, такое особое, очень специальное, очень отдельное, не в том смысле, что отдельное от чего-то другого в профессии и в науке. Насколько я понимаю, это ведь впрямую связано с радикальными переменами 90-х годов, в частности, с переменами в языке, которые вы едва ли не первый, вот, как бы так сказать, взялись анализировать, отражать и об этом писать. Вы ведь как раз тогда и стали писать, как у меня цитата выписана, о радикальной перестройке языка? Да? Ну, я уже боюсь самоцитировать, не буду заниматься. Но 90-е годы были чрезвычайно интересны тем, что мы стали смотреть на язык советского времени. Это первое такое, то, что сейчас можно назвать социолингвистикой, тогда даже это слово, по-моему, и не использовалось, но мы стали смотреть на то, как внешний мир, политика, власть, строй влияли на русский язык, и что происходило. Эта тема чрезвычайно интересная, но стала она возможной именно после перестройки. Потому что, ну, собственно, понятно, почему это не обсуждалось публично, потому что власть всегда пыталась взять свое на пространстве языка. То есть власть хотела власти лингвистической, языковой. И, естественно, об этом не писалось. Были вполне такие
осознанные действия власти по изменению языка. В 90-е годы эта тема стала, на мой взгляд, одной из важнейших и интереснейших. А потом, естественно, что она продолжилась наблюдением на тем, а что же происходит, собственно, в 90-е. С языком? Да, да. То есть уже взгляд на язык не просто как там на грамматику и на что-то, а на взаимодействие языка с окружающим его миром, с тем, как устроена культура, как устроена политика. Начали с советского периода, потому что, собственно, можно об этом говорить. А потом стало интересно наблюдать, а что же происходит дальше. Ну и вначале был такой общий плач и крик, караул, мы гибнем. Ну, такой свойственный, мне кажется, интеллигенции стиль, жанр, ну, такой жалобы. Жалобы на жизнь, вот жалобы на язык. И опять трудно говорить, первый я был, не первый, но я стал постоянно говорить о том, что не надо жаловаться, что все, что происходит, это закономерно, а не катастрофично. Да, это вот иначе и быть не может. Если мы хотим, чтобы язык жил, то он должен меняться, потому что меняется мир. И, ну, я стал описывать вот эти связывающие язык и мир постромки, да, вот как, как мир управляет языком. А иногда, наоборот, язык в ответ управляет миром. И эта тема действительно стала чрезвычайно важной, обсуждаемой. Ну, вот, наверное, так публичное пространство первым вышел я, потому что мне повезло, меня попросили, ну, повезло в том смысле, что мне дали дорогу. Меня попросили писать колонки для газеты «Ведомости». Я стал писать еженедельную колонку, это очень дисциплинировало. Год я пописал колонку, потом решил, что из этого можно сделать книгу, завершил работу журналистскую. И вот написал книгу, которая действительно попала в такой нерв эпохи. Русский язык на грани нервного срыва. Да еще с таким названием. Да, 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 да. Название тоже. Маркетинговый ход такой. Название не мое, я перефразировал Альмодовара. Но попало, да, и зацепило. И мне кажется, что вот это вот, то, что я повторял, бессмысленно, самому мне это надоело, ничего страшного, так должно быть, это в области языка переломило ситуацию, потому что все-таки стало как-то неприлично жаловаться, и, в общем, вот эта бесконечная жалоба на то, что все плохо в области языка, по-моему, ушла, или, по крайней мере, сосредоточилась в таком совсем уж странном лагере людей, которые, ну, жалуются на гибель всего. На все, да. Да, да. Поэтому я думаю, что как в таком общественном сознании это какую-то роль сыграло. Такой бубнёж. А что все-таки происходило, вот так сказать, принципиально, что происходило, что произошло с языком? Нет, ну происходило как раз именно это. На наших глазах ломался мир. Ну, действительно, мы с вами прошли, на самом деле, несколько исторических эпох. Конечно. И этот слом происходил в очень короткий период времени. Ну, с 85-го началась перестройка, мир казался вечным, неизменным. В 85-м он начал рушиться стремительно. Менялись эпохи, менялись власти, там бандитская власть, демократическая власть, откаты туда, обратно, сюда. И мы должны были про все про это разговаривать. Значит, язык стал корежить, так если говорить образно. Корчится, да. Ну, если вспоминать, да, без языка, да? Без языка улица, да. Язык стал корежить, потому что, ну, он не успевал за миром. Рушились границы, значит, во-первых, хлынули заимствования. Во-вторых, внутренние границы хлынуло просторечие и жаргоны, которые все же раньше было очень четко. У каждой разновидности языка были свои заборчики и вот площадка, где можно было на жаргоне говорить, а вот здесь на литературном языке. Это все перемешалось. Активно вбрасывался в язык новый стиль, который связан, ну, с идеей освобождения, да, в частности, брань. Вот брань ведь не просто стали все браниться, а это был такой способ показать, что ты свободнее, что ты не соблюдаешь старых ограничений. То есть восприятие цензуры,
ограничений на свободу слова, оно и так понималось. Ограничение на свободу бранного слова. Ах, так, я буду использовать мат, потому что я свободен, и никто мне не запретит. И, в общем, эта интеллигенция проводила мат в жизни, потому что там, кому надо, тот ругался всю жизнь. А вот в публичном пространстве этого не было, и на сцене этого не было. И это, конечно, очень важный момент такого выведения матерной брани в общее пространство, в публичное, там, где этого не было. Потому что в русской деревне ругались вот всю советскую эпоху, это было, там ничего не изменилось принципиально. А изменилось именно в публичном и общественном пространстве. Но вы как бы на это смотрите, опять же, вас процитирую, как-то вы написали или сказали в каком-то видео, с позиции такого просвещенного лингвиста. То есть вы смотрите так позитивистски, так. Ну, спокойно, нейтрально просто анализируете. Я просто, почему я об этом заговорил? Потому что ваш предшественник в изучении этой темы, Корней Иванович Чуковский, да? Он ведь в этой своей «Живой как жизнь», знаменитой книге, он ведь занимал такую, так сказать, публицистическую, определенную позицию. Вот, очень мудрую. Очень, естественно. Я думаю, что идеологически мы с ним сходимся. Бесспорно. Но он какие-то вещи, вот тогда же уже у Хрущева была такая идея изменить правописание так, чтобы писать, значит, как слышится. Ну, это не у Хрущева было, да. Ну, это тоже отдельно интересная проблема. Но Чуковский против этого выступил резко, сказал или написал: «Я ваши огурцы есть не буду». Но Чуковский, как любой образованный человек, выступал с позиции, конечно, консерватора и человека образованного, то есть человека, который дорожит языком. Но при этом, и это нормально, это обычно для писателей против орфографических реформ всегда, это совершенно обычная история. Кто противится изменениям, кто страдает от них, прежде всего образованные люди, потому что они несут наибольшие потери. Орфографическую реформу орфографии и графики 17-18 годов не приняли писатели категорически, писатели-журналисты. Да. И наоборот, приняли учителя, потому что это очень серьезно облегчило процесс обучения. Так что это отдельная тема. Но Чуковский необычайно мудро смотрел на все это и понимал, что он говорит не так, как говорили отцы и деды, а следующее поколение будут говорить не так, как он. И это далеко не все понимают. Вот есть две прекрасные книги о языке таких литературных людей. Одна книга Корнея Чуковского, другая книга переводчицы блестящей Норы Галь. Да, и да, вот у Норы Галь как раз позиция такая абсолютно несдвигаемая. Позиция человека, стилистически относящегося к языку. То есть ей важнее всего правильный стиль. А осознание того, что стиль может тоже меняться, и то, что сегодня воспринимается как вульгарность. Ну, простой пример, какое-нибудь слово «пока». В 60-е годы в газетах обсуждали, как вульгарно говорить слово «пока». Ну, кто сегодня не использует слово «пока»? Профессор использует, кто еще там, не знаю, артист использует, писатель использует. Слово «пока» вошло в наш язык. Он просто сказал светским даже? Да, да, да. Ну, сегодня уже светским сказал «пока-пока». Это уже следующий шаг, но его не было в те годы. Но вот пример слова, которое имело такой вульгарный шлейф, которое этот шлейф потеряло, отбросило. Поэтому вот надо понимать, что это не абсолютно. Я писал про слово «блин», точно так же я говорил о том, что в этой книжке, вот в первом издании русского языка «На грани нервного срыва», я писал, что я никогда не пойду пить кофе с девушкой, которая говорит слово «блин». Ну, «блин» в этом значении, вот такой вот эвфемизм. Но прошло там 10 лет с издания книжки, я оглянулся и увидел, что я осталась девушкой. Я должен либо идти с девушкой, которая говорит слово «блин», пить кофе, либо не пить кофе один с девушкой. Да. И, конечно, я предпочту пойти пить кофе с девушкой, да, пусть говорит слово «блин». Современное поколение относится к слову «блин» иначе, чем я. И другая интуиция. То, что для меня казалось, было не казалось, а было вульгарным, перестало быть вульгарным. Другая языковая среда, слово «блин» вошло в язык. Я могу, конечно, хранить ту память свою, но это будет вредить только мне самому, потому что я буду вот той самой белой вороной. Позиция белой вороны, конечно, позиция прекрасная. Можно гордо смотреть на мир и говорить: вот вы все, ну, а я знаю, как надо. Но мне кажется, что лингвист так
не должен себя вести, он должен смотреть на то, что происходит в мире. Я понимаю. Тем не менее, а как не лингвист? Вот вы упомянули историю с матом, но он же действительно мат пришел в жизнь до такой степени, что просто, ну, я лично, я так и не могу привыкнуть, когда идет девушка 15-летняя, у нее сыпется это изо рта, она при этом совершенно даже не понимает, она не задумывается над значением, над значением этих слов, что они вообще выражают, какой они смысл несут. Она их просто слышала с детства, и поэтому ей не нужно даже задуматься. Для нее, естественно, и говорить. Это действительно... В этом нет признака деградации? Нет, деградации нет. Это как раз очень интересно. Значит, в этом нет признака деградации. Это чрезвычайно неприятно, и мне тоже неприятно слышать мат от детей, от студентов, разговаривающих друг с другом, не желающих меня обидеть, друг друга обидеть. Они не понимают, что это может обидеть, что это вообще какое-то табуированное. У них другая интуиция. И в этом смысле их мат не равен моему мату. Мой мат, не в смысле, что я его произношу, а как я его воспринимаю. Для меня мат – это нечто оскорбительное, нечто неприятное. И я не хочу, когда я сижу в кафе, слышать за соседним столиком мат. Мне это неприятно, меня это раздражает. Их это не раздражает. Они иначе к этому относятся. Они выросли в этой среде, в которой он уже звучит повсюду. Ну вот недавний эпизод, который со мной произошел, в коридорах университета мат я уже слышу там с 90-х годов. Но впервые я услышал его на своей лекции, а именно девушка, отвечая на мой вопрос, привела пример чего-то там какого-то поведения речевого, процитируя фразу, включающую матерное слово. Но это было, в принципе, невозможно даже 10 лет назад, то есть даже уже 90-е годы. А она это сделала легко. Она опять не хотела мне сказать. Может быть, там какой-то минимальный эпатаж был, но минимальный. То есть она просто привела точную цитату, где было матерное слово. Но вот как к этому относиться? Вот она ничего не хотела дурного. У нее другая языковая интуиция. Должен я считать, что она деградировала по сравнению со мной? Нет. Она выросла в другой языковой среде. Да, я понимаю, но я даже говорю не об индивидуальной деградации. Это всегда мне некомфортно. Мне неприятно в этих условиях, потому что у меня все-таки восприятие, хотя не такое, как в 80-е годы, когда это меня, конечно, резало слух, раздражало, мешало. Я тоже жил в этой среде и тоже привык к этим словам, они звучат слишком часто. Но, конечно, я воспитан иначе, и мне это неприятно. Но это не значит, что они деградировали, просто созданы другие условия. И в этом смысле их мат... он не столь непристоен. Именно от злоупотребления, если хотите, непристойность стерлась. Ну, вот английское какое-нибудь фак, оно ведь, конечно, оно звучит повсюду. Это уже не мощное оружие, которое... это такая пыль, которая покрывает все. Ну, все-таки согласитесь, вот русский мат в этом смысле был в чем-то непохожим явлением. И на английский, он был и гораздо в испанском, сильнее табуировал. Да, и в испанском языке есть несколько слов, которые они вполне, так сказать, значит, пробрасывают. Но русский мат, он все-таки был очень такой разнообразный. Мы перешли к вот ситуации такой европейской. Ведь этот путь пройден был европейскими бранными словами, там, в английском языке, в немецком и так далее, тоже были табуированы. Но за 20 век это табу стерлось или почти стерлось. Мы прошли путь стирания за 90-е годы. Вот за те годы, когда это стало вбрасываться в общее публичное и культурное пространство. Поэтому меня эта ситуация, конечно, раздражает, мне это неприятно, я бы хотел вернуться обратно. Ну, совсем обратно вернуться нельзя. Мы понимаем, что отчасти вот эти законы для СМИ, для театра и кино, они немножко ситуацию откатили назад. Но все равно это запикивается или что-то. Раньше это, в принципе, не было произносимо. Так что я понимаю, что вот мир изменился.
Мне это неприятно, но я понимаю, что я не должен говорить про девочку, которая произносит слова, что она деградант. Да, и проститутка, понятно, да. Нет, она просто не знает, что это плохо. Она не знает, в том-то и дело. Мне еще кажется, понимаете, что тут, как-то, да, сказать, и мат оказался как-то убит, потому что все-таки он существовал для выражения какой-то, так сказать, крайней эмоции. Мат – это было оружие. Ты преодолеваешь жесткое, строгое табу, ты вынимал меч. Ты преодолевал какое-то собственное. Я помню, в «Молодой гвардии» у Фадеева, что Сережка Тюленин под пытками, он стал вдруг ругаться матом для того, чтобы... Нет, это же недавно, вроде какая-то утка очередная журналистская, о том, что кто-то провел эксперименты, руку в кипяток засовывали, и те, кто матерился, там, те, кто говорил бранные слова, не испытывали меньше боли. Но это совершенно естественно, тут никакой утки нет, потому что человек выбрасывает эмоции через грубые слова. Так что это совершенно нормальная вещь. Что-то абсолютно табуированное. Да. И в этом смысле мы уничтожили мат, как оружие. Мы сделали из него такую пыль, которая покрывает все. Эта ситуация, кстати, была не только я привел пример европейские языки, где в течение века примерно это табуирование снималось. Но если мы говорим о советской деревне, по крайней мере поздней, вот, которую я застал, то там, конечно, тоже мат не был табуирован. И тоже встречался через слово. Это вот примерно нынешняя наша ситуация. Конечно. Для городского человека это было странно и шокировало. Но вот сегодня мы оказались и в городе, и в этой же самой ситуации. Поэтому я не думаю, что надо говорить о деградации. Деградации мы сразу человека унижаем, показываем, возвышаем себя, не имея на то больших оснований. Это просто изменение речевой практики, изменение интуиции. Вот эта девочка понимает это слово иначе, чем я. Да, мне это не нравится, но у меня нет возможности ее переделать. Но это необратимый процесс? Думаю, что необратимый, да. Это, если мы смотрим на те европейские языки, вообще табу установить труднее, чем разрушить. Хотя мы видим, как появляются новые табу на наших глазах. Формируются либо очень консервативными слоями населения, либо наоборот, слово, может быть, не очень подходит, политкорректностью. Вот политкорректность сегодня формирует новые табу, то есть новые запреты на слова, отчасти на темы. Вы, я не знаю, впрочем, употребляли ли вы, но вот в это новое время вы стали чаще употреблять матерные выражения или в области? Нет, я практически не использую. Вы сказали об эвфемизмах, они, как мне всегда очень нравились. Причем они ведь существуют очень давно. У меня бабушка, которая там в институте благородных девиц воспитывалась, она употребляла японский городовой. В стих какие-то вещи. Нет, и наши все эти йопарасете, йокаламане. Знаете, вот здесь мне кажется, что здесь как раз все очень индивидуально, потому что эвфемизм как явление очень важное явление, да, это такой обход табу. Мы не можем произнести это слово в этой ситуации с этим собеседником, и мы выбираем эвфемизм, то есть замену, по которой собеседник догадывается о том, что мы имеем в виду, на самом деле, бранное слово, предположим. Но у каждого эвфемизма своя собственная судьба. Некоторые так и остаются эвфемизмами, и скорее вот таким литературным явлением, как японский городовой, но это вот смешно, мило. Некоторые становятся сами бранными словами, то есть вот, поскольку они часто заменяют бранное, то они берут на себя его функцию, да, вот матерным словом на букву «Х». Произошло то же самое. Оно было заменено эвфемизмом, названием буквы, которое тоже через некоторое время стало восприниматься как бранное слово. А некоторые эвфемизмы ощущаются как чрезвычайно вульгарная замена. И вот, вот «блин» мне казался именно таким поначалу. Некоторые, скажем, молодежные замены мне кажутся очень вульгарными. Даже фильм какие-то переводные назывались «Пипец». Вот слово, пипец, да? Ну, оно какое-то настолько вульгарное, что мне не хочется улыбаться и смеяться, когда собеседник произносит это слово. Более того, когда собеседник всерьез произносит это слово, это сразу для меня очень яркая краска
очень яркая его характеристика. То есть на самом деле то, какие слова мы выбираем, какие табу мы нарушаем, какие соблюдаем или какие эвфемизмы мы выбираем, это всегда очень яркая стилистическая характеристика собеседника. Поэтому это хорошо, что они есть, и хорошо, что они есть разные, но вот я думаю, что эвфемизмы тоже делятся очень четко на... Интересно. Такие, да. Интересно. Но что зависит от уха, от слуха. Конечно, такого. Конечно. Да. Да, вот да, это да. Я сейчас встал на позицию Норы Галь, да, когда стиль, стилистическая окраска чрезвычайно важна. Но действительно мы судим о собеседнике по его речи. Конечно. Такой тюремный, блатной язык, который, ну, он давно существовал в нашей речи, но опять же в 90-е годы он сильно, что называется, прибавил. Это очень сложный разговор. Дело в том, что если мы говорим о настоящем блатном языке, ну, там, фене, вот, воровской и так далее, то ее элементы стали модными, по-видимому, в 50-е годы. То есть, когда люди, отсидевшие в сталинских лагерях, возвращались. Когда одна Россия вышла из тюрьмы, да, эпизодически возвращались в 40-е и 50-е годы. И вот стало модным эти слова использовать. Человек, отсидевший сколько-то лет, мог запустить такое словечко, и это значило, что он сидел. Дальше это подхватывается другими людьми, уже не сидевшими, и становится модой. И вот эти слова стали использоваться, ну, я бы сказал, что по, скажем, песням Галича мы можем судить, такой насыщенной интеллигентской речи с вкраплениями вот этой воровской фени. В 90-е годы мы имели совершенно другое явление. Это не воровская феня, это какой-то совершенно не вполне понятно, откуда взявшийся бандитский жаргон, бандитский язык, он сформировался отчасти из лагерного языка, из воровской фени, отчасти из каких-то просторечных слов, жаргонизмов. Откуда взялись эти «фильтруй базар» или «забьем стрелку», там далеко не все связано с воровским жаргоном. Вот «беспредел», кажется, лагерное слово, пришедшее из лагеря. Это лагерное. А что-то «крыша», откуда она взялась? Очень мало заимствований, то есть это такой патриотичный язык. Прав, но все равно влезли, киллер с рэкетиром все-таки в него вошли. Так что это какой-то сформировавшийся очень быстро тоже и отразивший это десятилетие жаргон, который мы до сих пор помним, и что-то из него осталось, освободившись от этого окраса бандитского, сохранилось, потому что ту же крышу мы используем как место покровителя, да, как слово покровитель. Беспредел уже просто в политическом языке беспредел, существует. Крыша, что еще, наезд. Наезд, вот, пожалуй, такие слова, которые мы используем просто... Он на меня наехал, но он что-то мне сказал чуть более громко, чем следовало. Так что вот это очень интересно, что эти слова, казалось бы, связанные именно с бандитской культурой, часть из них все-таки вошла в нашу жизнь, освободившись от этой ауры бандитской. Вот. Но это другое явление, это не воровская феня, это гораздо более широкое явление, оно вышло из подполья. Да-да-да. Вот. И это тоже очень интересно. На той все-таки был, видимо, еще какой-то такой романтический, что ли, налет, да? На той фене. Да. Но здесь он тоже какой-то особый шик. Здесь этот бандитский мир 90-х, он тоже романтизировался. Он романтизировался с помощью кино. Кино, вот это сериалы все «Бригада» и другие фильмы. С помощью аксессуаров. Красные пиджаки, голды, так называемые. Вот это все. То есть это тоже очень любопытный, отчасти карикатурный мир, но тоже очень интересный. Кстати, если говорить о его языке, то многое, кажется, пришло из древности. Может быть, это возникло заново все, но, скажем, слово «наезд». Слово 90-х годов на самом деле существовало в древнерусском. Сейчас скажете, что есть какое-нибудь слово о полку Игореве, что нет? Оно существовало в древнерусском. Мы знаем слово «набег». Так вот, «наезд» — это «набег на конях». Когда, что вы говорите? Да, когда приезжали вот нехорошие люди, тогда их не называли бандитами, то это называлось «наезд». А, скажем, «забить стрелку». Стрелка – это слово «встреча». Это стрелка, скажем, Оки и Волги, да? Это стрелка, да, то конечно, есть это встреча. Конечно. Это, опять же, исконное древнерусское слово. Так что там очень много интересного. Но, вот. Ну, я уж не говорю, что феня традиционная – это тоже чрезвычайно интересное явление. Да, феня – это особый язык. И способ как раз
фильтра между своими и чужими. Конечно, вот, конечно. Но это целый язык, да, на нем, да, и да, 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 когда конечно, они говорят, конечно, и не поймешь. Это целый язык, и обновлявшийся именно для того, чтобы mm-hmm. никто чужой mm-hmm. не мог им овладеть и в него внедриться. Mm-hmm. В этом смысле язык 90-х бандитский устроен иначе. Мы им всем, все отчасти им овладели. Ага. Ну, не обязательно активно, но, по крайней мере, пассивно мы его конечно, воспринимаем. Мы его да, понимаем да, без перевода, да, что да, называется. Да, да. Ну, а теперь поговорим, собственно, о вторжении интернета в нашу жизнь и в наш язык. Насколько я понимаю, он тоже принес такое отдельное радикальное обновление да, языка. Да, причем уже всем большим языкам, угу. которые присутствуют в интернете. Тут угу. мы не одиноки. Это чрезвычайно интересное явление. Тоже коротко о нем сказать трудно, но если все-таки коротко, то мы перешли в эпоху, когда естественнее стало переписываться, чем разговаривать. То есть вот это использование письменного языка, формально письменного, да. в новом качестве. Мы, вообще говоря, обычно для разговора использовали устный язык, а письменный у него были свои задачи, там, хранить, передавать на расстояние, книжки, то есть большие тексты. Были, конечно, ситуации, когда мы разговаривали с помощью письма. Ну, вот в школе, вот мой любимый пример, это записочки. В школе. Да. Да. Ну, вот запрещено говорить, ну, мы начинали писать. Но это все было очень локально. А здесь это... Но записочки тоже были вполне эпистолярные, да, да, они да, там да, не да, было. Да, 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 да. Но это был именно разговор. Классический эпистолярный жанр – это полуразговор. Вы мне пишете длинное письмо, где есть, конечно, вопросы ко мне, там 1-2 вопроса, но это все равно ваше длинное высказывание. Да. И я вам отвечаю таким же письмом. А вот записочки, там коротенькая фраза. Вы спросили, mm-hmm. я ответил, вы спросили, я ответил, и мы перекидываемся. И вот, собственно, так мы общаемся в интернете. Сначала с помощью электронных писем, потом там форумы, чаты, вот все эти способы. И теперь социальные сети, мессенджеры. Это разговор исключительно письмом. Mm-hmm. И здесь из этого вытекают две вещи. Первое, что все-таки письменная форма языка не приспособлена для такого разговора. Не хватает эмоциональности. Когда мы разговариваем, мы там, смотрим друг на друга, меняем выражение лица, жестикулируем, главное, интонируем. В письменном языке ничего нет. Он для своих целей создавался, письменная форма, это не нужно. А для общения нам этого мало. И вот начинается креативность. Угу. Ну, смайлики самые мощные. Вброс. Смайлики, это да. смайлики. Но не только смайлики, еще разные приемы. Целый язык эмодзи шрифты, да, ну, да. И вот эмодзи это теперь... Эмодзи. Они как бы угу. поглотили смайлики. Да, 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 да. То есть такое оживление нашего письменного языка. Оживляется всевозможным образом. Вместо одного восклицательного знака ставится 10. Добавляются скобочки, которые вот смайлики. Mm-hmm. Добавляются картиночки, чтобы это все было живее. Вот это оживление языка, придумывание новых средств, тоже очень многие воспринимают как порчу. Что же вы сделали с нашим письменным языком? Ну, порча правописания-то тоже происходит? Порча правописания происходит. То, что такое фонетическое, такое новое совершенно Это уже явление сошло на нет, вот это язык подонков. Mm-hmm. А вот порча, скажем, пунктуационная. Точка, начинает исчезать точка. Ну, во-первых, ее вытесняет смайлик. Если я поставил в конце предложения 5 скобочек, то мне уже точка там не нужна. Все, я завершил свою мысль. Во-вторых, если мы общаемся в социальных сетях, то там есть прямоугольничек, вот, и там, если у меня там 2 предложения, я в первом поставлю точку, угу. которая вот нужна для того, чтобы был, значит, конец, а в последнем уже не важно. И точка становится знаком некого торжественности, официальности общения. Потому что если я поставил точку, значит, мы общаемся вот по правилам. Ага. А обычно я последнюю точку забыл. Вот опять, порча это? Или это некое преобразование языка под влиянием новых условий коммуникации? Я скорее за второе. Конечно, хотя, в общем, это становится, с одной стороны, прибежищем, таким спасением для людей не шибко грамотных. Конечно, им проще стало. Им стало проще жить. Верно. И грамотность, это с другой стороны, у людей, которые только, так сказать, вообще приступают к использованию письменной речи, не развивает особенно. Да.
Но это, но еще что важно понимать, что возникает критика этого языка нашего общения. Что же вы используете там такой небольшой словарный запас? Что же вы не пишете деепричастные обороты или сложные предложения? Что же вы пишете отдельные коротенькие фразы и так общаетесь? Деградация – вот тоже слово, любимое слово критиков современного языка. Но это не деградация, потому что не надо сравнивать язык нашей переписки в социальных сетях с языком романов Толстого, Достоевского или даже с эпистолярным жанром. Надо сравнивать с тем, как люди разговаривают. Разговаривали в 19 веке, в 20-м, и переписываются сейчас. И оказывается, что устный наш язык, устное общение, он иначе устроен. Мы действительно не говорим сложно сочиненными или особенно сложно подчиненными предложениями. Мы можем там, использовать разок, но обычно мы говорим короткими, простыми предложениями. Обычно мы не используем деепричастие и причастие, редко, по крайней мере. И запас устной речи меньше, чем письменной. То есть не происходит деградации, просто сравнивается не с тем. Ну да. А, это тоже очень важно понимать. Но я сказал только... То есть разрыв, дистанция примерно одинаковые. Да. Если вы посмотрите, как между... люди на балу говорили в 19 веке, ну, наверное, они не говорили сложно сочиненные и сложно подчиненные предложения там на страницу, как писал Толстой. Ну, если это не поручик Ржевский из анекдота. Да, ну, наверное, да. Но одно дело, Толстой пишет роман, и другое дело, тот же Толстой там приходит на бал. Наверное, он говорит иначе. Поэтому вот к тому, что мы анализируем сейчас и видим сейчас, все видят, потому что это публично, не надо предъявлять претензию как к письменному языку прошлых веков. Вот это принципиально. И что еще важно, я сказал про неприспособленность письменной речи к отражению наших эмоций. Но возникает еще одна проблема. Происходит переоценка значимости письменной речи и устной. Если для нас... всегда для нас с вами, для людей, выросших до сетевую эпоху, было естественно позвонить друг другу, поговорить. Да. И вообще просто обратиться к другу. А вот написать письмо всегда было некоторой проблемой. Ну, не всегда проблема, но некоторая проблема. Надо сесть за стол, надо там взять ручку, подумать, что писать, потому что это останется там на века, это не исчезнет. То есть письменная речь была ответственнее. Конечно. Сегодня произошло перераспределение этого. Сегодня, вместо того, чтобы позвонить мне мой студент пишет, могу ли я вам позвонить? Я с некоторым отвращением набираю, да, конечно, там, на смс-ке. Он прислал мне еще один вопрос. А во сколько вам удобно? Я говорю, можете сейчас? Сейчас, говорю. Сейчас не могу, пишет мне студент. И вот мы там 5 минут переписываемся, когда он мне может позвонить. Хотя, подняв трубку, вы могли бы это выяснить за 30 секунд. Мы за секунду могли это обсудить. Но устная речь стала ценностью, о которой надо договариваться. Причем вот тратя усилия на письменно. Вот это тоже очень важное новое. Вам не кажется, что в этом новом есть еще одно, что это свидетельство о каком-то возникшем таком страхе перед... общением. Ну, конечно. Лично. Конечно, потому что произошла, ну, не лично, это тоже личное общение, просто произошла экспансия письменной речи. И действительно, устная речь, мы просто этого не замечали, потому что мы просто разговаривали. А устная речь требует больше внимания собеседника. Да. В каком-то смысле отнимает время. Ну, время письменной речи тоже, на самом деле, отнимает. Но я просто личное время. Вот вы мне можете написать, сидя за рулем, или, там, не знаю, разговаривая еще с кем-то. А если вы со мной говорите, то вы должны сидеть напротив меня, мы должны разговаривать, и я беру вас как бы целиком. Да, ваше время и ваше внимание беру целиком. То есть, действительно, возникла, ну, назовем ее новая деликатность. Новая деликатность состоит в том, что письменно поговорить проще. В конце концов, вы можете мне не ответить. А если я к вам обратился устно, вы уже должны ответить. И вот, иначе говоря, устная речь – это такая, как теперь мы понимаем, очень важная и ответственная вещь. И, собственно, ее надо ценить гораздо больше, о ней надо просить, о возможности поговорить. Вот это новый взгляд. У вас ведь помимо русского языка на грани нервного срыва был еще такой хит, который назывался «Самоучитель». «Самоучитель Албанского». Албанского. Албанского, да. Это как такая возникла идея вот такой вот книги? Ну, это продолжение идей первой книги, потому что, конечно,
эта тема заслуживает отдельного раскрытия, и мне было очень интересно рассказать о, ну, философии, скажем так, философии вот этой новой коммуникации и языка, подстраивающегося под эту новую коммуникацию, или точнее под ее условия. Я написал книгу, написал ее для широкого читателя, но по существу это абсолютно такая лингвистическая книга, лингвистическое исследование, где я изложил все свои основные мысли по этому поводу. Ну, другое дело, что таким достаточно легким языком. И даже мне удалось продолжить эту тему. Мы с коллегами, уже один, я бы, наверное, с этим не справился, с моими молодыми коллегами, мы написали слова языка интернета .ru. Ну, то есть вот к некой книге о том, как устроен этот язык или язык в этом пространстве. Мы написали еще словарик, он вышел позже, недавно совсем. И мне кажется, что вот это создает полноту описания данного явления. А у этого есть какое-то будущее, перспектива? Я имею в виду у самого этого языка, улбанского, там, или язык подонков, как его еще называют. Это, ну, это... у языка подонков будущего, как мне кажется, особого нет, хотя он сыграл важную роль в том, что вы как раз уже сказали. Это было некое преодоление орфографического стыда. Потому что, вроде бы, это придумали вполне интеллектуальные и образованные люди, но это облегчило жизнь огромному количеству неинтеллектуальных и необразованных людей, которые перестали казаться неграмотными на этом фоне. И вот это тоже очень интересно, потому что именно благодаря этому люди стали легче относиться к соблюдению и несоблюдению орфографии. Все-таки советская школа вбила выпускника и, соответственно, советского человека необычайный стыд и страх совершить какую-то ошибку. Это препятствует общению письменному. И выбор был такой: либо стыдиться и не писать, либо писать, но тогда уже не стыдиться. И все-таки мы видим, что в целом общество предпочло общаться. И не стыдится. И не стыдится. Да. Притом же интересно, ведь вот этот олдманский, это же тоже он не на ровном месте взялся, где-то там начали 20 века. Илья Зданевич Да. Эксперименты были, но в том числе, что они были литературными. А да, вот конечно. Этот эксперимент, ну, да. Это был массовый масштабный эксперимент. Мы так общались. Вот эта разница принципиальная. Мы всегда можем найти какую-то историческую аналогию. И очень интересные были эксперименты вот Заумь, связанные с ним. Все эти апоязовские эксперименты. Но вот это все чрезвычайно интересно, но это не имело отношения к реальному массовому общению. Поэтому мы сейчас с ностальгией о них вспоминаем, какие замечательные были идеи. И с ненавистью воспринимаем примерно те же идеи, но только овладевшие массами. Потому что эти идеи изменили мир. Революция 17-го года, она шла вслед за этими явлениями. То есть они появились раньше в литературной среде, в театральной среде. Революция их подхватила, развела, и дальше они продолжались еще какое-то время. Они, в общем, в какой-то степени даже и подготовили революцию. Да, безусловно, конечно. Да. И поэтому многие художники воспринимали революцию как освобождение. Конечно. И как освобождение, и как дело своих рук в какой-то степени. А в 90-е годы ситуация была немножко иной, потому что, ну, вот если мы говорим о точке революции, то все-таки точкой революции была перестройка, объявленная Горбачевым, 85-й год. А все остальное последовало за ней. То есть здесь подготовки изначально не было, а была революция, а дальше вот этот процесс культурного освобождения. А теперь, раз уж упомянули мы и Горбачева, Виталий, я хотел бы вот затронуть вот эту вот, не то что политическую речь, но речь политиков, и в частности спросить вас о речи Владимира Владимировича Путина. У Путина речь абсолютно грамотная, и поэтому снижение именно воспринимается как особое вкрапление. Именно поэтому, скажем, журналисты на пресс-конференциях ждут, когда же будет это. Там Путин может разное говорить, важное, но ждут вот этой как бы грубости, да, такой внезапного снижения. И, значит, как только это происходит, сразу цитируют и об этом пишут. Так что это как раз очень интересный тоже прием. А для чего он его использует, как вы думаете? Ну, я думаю, что это очевидно. Это же совершенно сознательный прием. Да. У Хрущева вот это были такие моменты эмоционального такого порыва. Да. Это сознательно, я думаю, что продуманный почти всегда, ну, может быть, за каким-то небольшим исключением. По крайней мере, первые такие эпизоды с «Мочить в сортире», я думаю, что это все продумано и подготовлено.
Но это оказывает, во-первых, сильное влияние на слушающего, потому что это делает речь интереснее, монотонная речь хуже воспринимается, а здесь происходит провал, и это очень сильное впечатление на слушающих производит. И, кроме того, это создает образ сильного лидера. Лидер, который может себе позволить вот такое. То есть именно сильного, не своего в доску? Ну, я думаю, что разный эффект. Я не думаю, что свой в доску все-таки вот... Я тоже думаю, что главное ему это совершенно не нужно. Мне не кажется, что образ Путина – это образ своего в доску. Поэтому это образ сильного человека, который может в том числе позволить себе сказать сильное слово. Да, вот это снижение воспринимается как сильное слово. Ну, как брань, да, вот брань... А вам не кажется, что чем дальше... Интересно, что когда этот прием начинает использовать Медведев, став президентом, он проваливается, потому что для него это не кажется естественным. Так что это очень важная вещь. Прием стали заимствовать многие, но далеко не все используют удачно, просто потому что должно подходить. Должно подходить, бесспорно. И Путин в этом смысле нашел этот образ. Да. Но вам не кажется, что чем дальше, тем больше он теряет какое-то чувство меры, контроль и самокритичность? Безусловно, потому что, во-первых, становится все грубее и грубее, там как, какие-то моменты. И это уже не так выделяется на общем фоне, потому что вообще может быть такая сниженность общая. Конечно. Так что это, если вначале это был такой отточенный прием, то сейчас, работает. Ну вот еще. И, видимо, он в контексте того, о чем вы говорите, он чувствует необходимость как поддать жару теряет меру вкуса. И поддается чаще, и, соответственно, прием... становится менее острым, хуже работает. Так что нет, это безусловно так. Это прием вообще надо использовать очень дозированно, чтобы он работал. Очень дозированно. И мы, конечно, видим, тому ярким примером речь генерала Золотова, как это все уже, так сказать, вообще тиражируется, мультиплицируется и превращается в свою какую-то противоположность. Анекдотизируется. Да, анекдотизируется. Потому что я как раз писал про это его выступление, про вызов на дуэль. Это еще и смешение разных слоев. Это я читал. Да, чиновника, военного, попытка чего-то высокого про дуэль сказать. И вместе с тем элементами даже бандитские какие-то вкрапления. Как сказано, как говорил замечательный герой Олеша Ковалев, смесь высокопарного с низкопробным. Да, именно так, да. И это и отсюда возникает вот этот анекдотический эффект, потому что нет чувства стиля. Ну, конечно. Есть, в общем, случайное надергивание разных стилей. Не буду интерпретировать, но напрашивается интерпретация, что человек владеет одним, а остальное поверхностно. Замечательно. Интересно. Жалко расставаться. Но здесь я могу сказать, что как бы это ни воспринималось, замечательно, что это есть. То есть человек считает, что он должен выйти в публичное пространство и произнести слова. Это нам позволяет видеть, что это за человек, какой человек, но сам факт того, что он выходит в это пространство, я бы оценил положительно. Потому что мы его видим, он это высвечивает. Мы еще много лет благодарны. Кто такой генерал Золотов, каков он есть, и с чем его едят. Человек вышел, сказал, и у нас сформировалось мнение о нем. Так что это очень интересно, что вот эта публичность и даже обязательность высказывания публичного, положено теперь высказываться, это очень важно для общества в целом, потому что мы теперь можем судить о людях на основании их речевых портретов, а не перед нами. Я безумно вам благодарен за этот разговор, чрезвычайно увлекательный, спасибо умный, вам. Глубокий и остроумный. Спасибо. 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 В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Лингвист Максим Крангаус, знаток русского, албанского и других языков, был сегодня у меня в гостях. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся в тот же час через неделю.